Привет, друзья! Как ваши дела? Как ваше настроение? У меня такое ощущение, что целую неделю не выходила к вам. Несмотря на то, что я только вчера ничего не снимала. Сейчас я быстро направляюсь в банк. Нужно там забрать кое-какие документы от машины, так как страховку мы сделали через наш банк. И нужно забрать документ от машины. Вчера, в общем, я ничего не снимала, потому что я целый день была дома. Плюс у меня очень сильно болела рука вчера. Вот в этом месте у меня очень сильно болит. Я думаю, я натянула мышцу. И у меня очень сильные боли уже третий или четвертый день. Сегодня, конечно же, руку уже могу поднимать, потому что вчера я вообще вот так не могла ее поднимать. Настолько у меня сильно наболела. Сегодня могу поднимать, она у меня ноет очень сильно, но терплю, так как у меня выхода нет. Приходится делать свои дела все-таки. Зависит от руки, я сейчас в данный момент не могу, ни в коем случае. Даже вот руль кручу, болит, но что поделать. Приходится терпеть. Погода у нас отличная. Сегодня вообще у нас 28 градусов объявили. Пасмурная, конечно, погода, но теплая. Как видим, еще в майках пока. Вчера тоже детей я надела с утра, так чуть-чуть тепленько. Машка вообще колготки одела с платьем. Но днем такая жара была, вы себе не представляете. И сейчас я поеду в банк. С утра тоже Рису забрала на работу, детей забрала в школу. Хотела все дела закончить с утра, но не смогла, потому что все было закрыто. Вернулась домой, когда домой возвращаюсь, то уже начинаю убираться, готовить. Поэтому сейчас я уже выехала в банк. До обеда он открытый, можно без работы. Обеда без рандеву можно пойти, а после обеда уже у кого есть рандеву. А рандеву мне не нужно, просто надо бумагу забрать, чтобы они подписали, поднапечатали бы и все. А сегодня тоже хочу пойти с току маню поменять Машке этот верх-низ, что я купила, то, что маловато на нее. Это хочу поменять заодно. И все. Особенных планов сегодня уже больше у меня нет. Вроде бы. Посмотрим уже, что со временем произойдет. Друзья, я уже вернулась домой. Поменяла Машке на одежду, слава богу. Размера были. Взяла на один год больше, на 6-летнего ребенка. Сейчас тоже быстро хочу перекусить и пойти на почту, потому что сейчас у нас обед, и в обед почта закрыта, конечно. Я не успела найти на почту. Нужно пойти, там письмо нам пришло, надо пойти на место взять. Так что сейчас я перекушу быстренько и пойду на почту. Наверное, до тех пор уже и речь тоже проведу домой. Свекор вывел его на улицу гулять. И, наверное, его сейчас скоро приведет. На улице так душно, вы себе не представляете. Погода пасмурная. Я подумаю, сейчас дождь пойдет, но нет. На улице пасмурно и душно. Очень-очень сильно. У меня рука в таком состоянии. Очень-очень сильно болит вот до вот этого, до этой части. Начиная с плеча до кончика пальчика. И не знаю, вот сейчас я терплю, посмотрю к вечеру, как будет. Если боль будет так же, то я, может быть, пойду в скорую, чтобы они мне что-нибудь сделали бы, я не знаю, или крем. Крем-то у меня есть, я мажу, но не помогает. 2-3 раза уже намазала, не помогает никакой, вообще никакой реакции, даже чуть-чуть не проходит. И поэтому хочу пойти в больницу, потому что побыстрее, чтобы у меня это прошло. Потому что когда я занимаюсь домом, плюс за рулем, я не могу нормально руль крутить. Приходится левой рукой крутить руль. Плюс собака месть, когда вывозит это все, не очень так и легко. Поэтому нужно будет что-то делать с этим. К врачу тоже не могу никак не дозвониться, не взять рандеву. И поэтому пойду в скорую уже, если, конечно же, не вытерплю. Ну, надеюсь, что к вечеру пройдет. Но если нет, то придется, потому что у меня рука вся горит, вся крутит, ломит, не знаю, пусть что-нибудь сделают с моей рукой.
Друзья, наконец-то же я дома. На сегодня все свои дела я все закончила. На почте тоже была. Письмо, то, что нам пришло, взяла. И Резою забрала. Так как это ему пришло. Сейчас зашла домой. У нас уже 20 минут 4. Через 40 минут я уже пойду за детьми тоже. На улице так душно. Рука очень сильно у меня болит, особенно вот когда руль кручу, потому что когда я на почту пошла, мне все нормально было, как бы боли не чувствовала. Как за руль села, обратно началось у меня. Эту руку, наверное, или нужно оставить чуть-чуть, чтобы я ничего не делала тяжелое, и чтобы оно прошло бы, или же я не знаю. Но я так думаю, это 100% мышца у меня растянута. Или же воспалительный процесс сейчас у меня. И поэтому такие сильные боли. Друзья, я уже привела детей домой. Мы сейчас речь на улице, как всегда. Гуляем. Погода такая тяжелая, смотрите. Небо какое пасмурное. Дождь капает. Вот так через не хочу капли. 2-3 капли вот так идут. И очень-очень душно. Речи, 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 речи. Речи занят, должен все кустики пронюхать. Сейчас поднимусь домой. У меня письмо пришло на электронную почту от модельного агентства. Сейчас мне очень интересно, что же они мне ответили. Я еще не открывала, так что обязательно сейчас поднимусь домой быстренько. Посмотрю и вам обязательно скажу ответ, что же мне написали. Друзья, я открыла сообщение. Это мне пришло совсем с другого агентства. Я не знаю почему, потому что я вроде бы туда не отправляла заявки. Пришел отказ, конечно же, но я там в этого агентства и не ждала ответа, если честно, потому что даже не знаю, может быть, я туда отправляла или нет, я не помню. В общем, это не то агентство, я тоже обрадовалась, думала, все, уже пришел ответ. Так что это не это, напрасно я радовалась. Дети тоже голодные, сейчас пойду их накормлю. Я не голодный. А почему ты кушаешь круассан? Я хочу. Ну, потому что ты голодный. Я тоже хочу. Ощущение, что Машка заболела. Я так думаю, простыла она. Сегодня обязательно пересну лекарство, да, мне заранее, чтобы ей ночью хуже не стало. Хорошо хоть завтра не буду дома и вылечу ее, чтобы забрать. Погода такая пасмурная стала, темновато дома уже. Прохладно, наверное, уже окна буду закрывать везде, когда дети дома, потому что, может, ее продуло, не знаю. Еще плюс сегодня я ее в платье забрала и в сандаликах. Ну, жарко было сегодня днем. Ну, утром, может быть, ее продуло. Тоже и вчера тоже прохладно было. Машка. Ой, ты Машка. У тебя горло болит, мам? Угу. Не, честно. Честно. Даже по глазам видно, что что-то чуть-чуть она, ну, видно, что она болеет, приболела. Сейчас сидим тоже, отдыхаем, папу ждем. Речи спит. Сегодня тоже такой небольшой влог получился у меня. Не очень так толки. В понедельник и вторник у них тоже будет фотограф, будут их фотографировать. В понедельник и вторник нужно будет их одевать красиво, потому что они говорят, что мы не знаем сейчас каждого ребенка, когда, в какой день именно будут фотографировать. Потом в течение 2 дней говорит детей
аккуратно как бы красиво оденьте. Вот так, я тоже решила, когда детей дома нету или под вечер, начать заниматься опять. Потому что много раз я начинала и не получалось у меня, потому что времени не было. Чуть в интернете поискать занятия бесплатные по секретарии бухгалтерии. Там такие элементарные вещи, чтобы заранее знать, научиться. Сейчас то, что я в лицее учила, я уже, конечно, все позабыла, потому что уже 11 лет прошло. Надо мне все это заново начать учить. Сейчас по секретарии и... Да, я проходила обучение. И хочу найти еще... Ну, в общем, посмотреть, что есть бесплатно в интернете, что, через что можно будет чуть-чуть так обучение пройти, чтобы пока пойду учиться, практику проходить, чтобы заранее знала бы что-нибудь элементарное. Не хочется без толку время терять, правда. Сейчас в конце месяца тоже пойду на рандеву. Посмотрим, что мне скажут. Я надеюсь, что что-нибудь новенькое мне скажут. Что-нибудь и получится сделать. Если не тоже, то придется уже этот год тоже как-нибудь просидеть. И со следующего года уже точно начать их записать обязательно. И уже заняться своим обучением. Вот такие дела. Вещи, кстати, Машка примерила. Этот размер ей подошел. Я так спать хочу. Ужас. Завтра тоже как хорошо выспимся утром. С утра никуда не нужно идти. Вечером только Алика надо на спорт забрать и все. Если хорошая погода будет, то... Дело без дела. Было скучно, решила перебрать Аликин шкаф. Все, что маленькое, решила выбрать. Речи нельзя. Все, что летнее, убрать и достать зимние теплые вещи уже. Смотрите, какая сумка у меня собралась. То, что нужно уже выкинуть. Вот это огромная сумка, все его старые вещи, маленькие, которые уже изношены. Это все я хочу выбросить. Но я хочу закинуть контейнер, потому что там есть большой сумма и кофточки, которые почти как новые. Он несколько раз одел, просто на него маленькие стали. А этот целлофан я хочу перебрать, потому что там новые вещи. Хочу посмотреть то, что теплые, то, что маленькие, то, что не маленькие. Ну, чтобы знать. Видно, это тоже те вещи, то, что нам дарили. В основном здесь это Машкины вот кофточки. Вот как раз это сейчас, чтобы я одевать. На 6 лет. Мама, это мне не маленькая. Это мне это хорошо тебе. Да, это хорошо. А, еще такой ролик есть. Спрятанный был. Я только что нашла у Алика в вещах. Но я думаю, и это тоже к зиме будет нормально. Можно будет... Мария, что ты бросишь телефон? Под платье там, под... Без рукавку можно будет одевать. Это пальтишко Алику, но оно маленькое. Это бабушка ему подарила. Это Машкины брючки, но это они большие пока что. Угу. Стильные брючки. Это все подарки, это все, что нам большие. Дарили. И вот я сейчас хочу смотреть. Так, это вот Алик сможет сейчас дома хоть одеть, потому что вряд ли это он согласится. Это мне тоже это дома? Не, мама, это садик тоже можно. Оставь здесь, не переворачивай сейчас. Я же аккуратно сказала, тут ты смотри, что сделала. Дальше, здесь у нас такая двойка. Ну, если честно, Машке не очень нравится. Нравится? Да. Ну, нужно, мама, ты вот так. Мне нравится. Это вверх и брючки. Мне только это нравится. Только вверх нравится? Да. Ну, вот только вверх можно будет по черному лосину надеть. Да, это мне нравится, только по верхнему нравится.
Подожди, мама, давай по очереди. Это тоже Аликины брюки, но это ему большие, это 100% знаю, потому что надевал и на нем висело все. Это тоже ему большое. Это спортивный костюм, спортивные брюки, и майка тоже большие. Там что-то блестящее. Подожди, это что? Это тоже спортивки. Аликины, и они тоже большие. Не знаю, сейчас надо будет его это примерить. Посмотрим. Это там что-то блестящее. Там, или смотри. Юбка, или кофта, или майка. Это вот с брюками спортивными. Это 158. Мне этого постарше, когда он станет. Уже на следующий год это наденет. Это что, юбочка? Красиво. Машка любит такие блестящие. Если честно, я не люблю. А я люблю. Ну да, ты любишь, можешь дома одевать. Еще вот есть такая кофточка у Машки. Это можно на черные лосины или на черную юбочку как раз. Да. Это очень красиво, но блестящее. Ой, господи. Это тоже жакет вместе с этими спортивками. Ну, как раз сейчас, если ему подойдет, будет носить сейчас как раз такой этот материал, чтобы сейчас одевать. Так, это кофта, размер его пишется XXL. Мне не пишется, на скольки летнего ребенка. Вот такая кофточка. Это тоже примерит, мы посмотрим, как будет. Но я думаю, это тоже большой у него пока. Ну да, не написано. Все, это пусть он примерит немножко. Морда, это целлофан, то, что большой, я все беру, беру обратно. Давай. Да? Пока я все в целлофанах прячу. И это, чемоданы, то, что нам не нужны вещи. А потом, когда уже нормальный дом перейдем, дай бог. Я хочу ящички купить, пластмассовые в одном месте. И то, что не нужно, туда аккуратно складывать, чтобы вещи не пачкались, не пылились и ничего. Этот пальтишко тоже я оставлю совсем новое для нашего маленького. Сейчас потом он вырастет, будет носить, ему будет такое пальто. Как раз ему подойдет, он чуть такой светленький, с цветными глазками ему подойдет такой стиль. Алёшки нет. Потому что у нас чуть-чуть крупный и стоит. А когда маленькая, это тоже нашего братика. Вот так, друзья. В общем, это тоже сделала. Попросту время не прошло у меня. Это тоже надо сейчас пойти в шкаф и разложить. Все на свои места. Рыть что-то хочешь, нельзя. На этот целлофан беру. Рыть нельзя. Рыть не балуйся, чтобы волосы не попали. У нас уже почти стемнело, темнеет, погода такая мрачная, чувствуется уже холод идет. Не знаю, может это просто к вечеру так похолодало. Уже чувствуется, что погода не такая, как летом, весной. Уже идет осень и зима. А, Машка вот то, что кашляет, чихает чуть-чуть, мне вот это беспокоит. Но я надеюсь, что у нее пройдет за 1-2 дня. Я лекарство обязательно сегодня носик промою специальной водичкой. На вечер тоже дам перед сном лекарство, сироп выпить, чтобы там температура ничего не была. И я надеюсь, завтра она встанет, все нормально у нее будет. Уже постараюсь тепленько их одевать, уже никакие сандалии, уже никакие платья. Без колготок, только если, правда, холодно будет, с колготками что одевать. А если жарковато будет, буду ее брючки одевать, лосины. Потому что сегодня я сглупила, я одела, плюс у них сегодня физкультура была, и она не смогла ничего. Мария, ты хоть на физкультуре была? Это что? На этом спорте что ты делала? Или ты не делала спорт? Это... Где мы, как всегда, были маленькие, там делали спорт. Где у нас был это класс маленький. Ты тоже делала спорт? Тренировалась ты? Да, потому что это не надо было платье. Да, но ты тренировалась все равно в платье? А, я думала вас отдельно поставить, потому что ученица говорила, если в спортивном костюме не будет, как бы
ну, спортивной одежде ребенок не будет участвовать. Но, слава богу, Машка участвовала. Но я не знала, что у них сегодня спорт, потому что по-нормальному они пишут, предупреждают. Когда на собрании была, тоже как бы я... Она не говорила, что у них будет по понедельникам, по вторникам спорт или когда. Ну, в общем, поэтому лучше ребенка одевать по-спортивному, что так легко, чтобы спорт или не спорт, чтобы было бы ребенку удобно. Так что сегодня был последний день, когда Машка уже одела сандали свои и летние платьице. С ним попрощалась, можно сказать. Уже все, уже надо чуть-чуть тепленько одеваться. А что-то я тоже начала чихать. И, если честно, сегодня у меня целый день горло чуть-чуть так болит. Я не знала, по голосу видно или нет. Или же нас продуло, или же я не знаю, что это происходит. Если честно, мы еще до сих пор спим открытыми окнами ночью. Я и резу на распашку вообще окно, просто стал жалюзи спущены. А у детей я, конечно, жалюзи закрываю до конца. И чуть на его столько оставляю это окошко открытое, чтобы воздух играл, потому что пока что не так уж холодно, душно становится у них в комнате. Я думаю, может быть, из-за этого тоже ее продуло. И этот, у меня тоже что-то такое ощущение, что я простудилась тоже. Но не знаю, посмотрим. Я если болею в 1000 раз, но зато надолго, поэтому не люблю болеть. Так как у меня резус крови негативный, я болею очень-очень редко, но просто длится надолго. Надо будет пойти купить детям витамины уже, так как уже холод идет, всякие вирусы крутятся в школе, в садике, и поэтому нужно купить витаминов, чтобы им дать выпить. На 6 месяцев как раз уже время. У нас же много витаминов. Не надо купить. Кладовки. Нет, там нету этих витаминов, что вы пьете. Помнишь, мы на ложку что наливаем утром и пьете? Это что, нужно это, коробка это, нет на что. Это не витамины, это сироп, это лекарство, мам. Маша, что с твоими волосами, мама? Не знаешь? Не знаю. И вот так, друзья, сейчас Резу тоже позвонил, уже скоро подъедет домой. Так что на этом я уже закончу свой влог. Всем большое спасибо за просмотры, за ваши лайки, подписки. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю хорошего вечера, не болейте, всем спокойной ночи, всем пока, друзья.